Специальную штурмовую полосу препятствий можно пройти как индивидуально, так и в составе группы. Здесь отличие в том, что каждый прикрывает друг друга, а также помогает пройти определенные этапы. Командир подразделения рассказал, что тренировка на полосе препятствий проходит минимум раз в неделю. Сотрудники рязанского ОМОНа пробегают ее дважды в полной экипировке за 8 минут. Полная экипировка, может достигать 20 килограммов с учетом вооружения и всех средств защиты. Опять экипировка у нас может быть разная. На данный момент сотрудники, как у нас говорят, были экипированы по тяжелому, то есть тяжелый 5-го класса защиты, бронежилет, автомат, ЗШ, шлем защитный. А также мы можем проходить в экипировке, что называется, по массовому у нас легкое. И отряд тренируется день за днем, и этапы обучения всегда разные. Это могут быть как теоретические занятия, так и огневая подготовка. Стоит отметить, что в настоящий момент идет набор в рязанский отряд. Кандидат в спецподразделение проходит собеседование, заполняет анкету со стандартными вопросами, затем проходит военно-врачебную комиссию и центр психической диагностики. При положительных результатах далее предоставляется кандидату сдача физических нормативов. Сейчас количество тренировок именно этого отряда увеличилось, а не готовится к предстоящим соревнованиям функциональных групп ОМОНа, которые пройдут 9 сентября. Они будут состоять из нескольких этапов, один из которых как раз и есть полоса препятствий. И на самом соревновании ее могут усложнить. Например, некоторые элементы проходятся, там поступают какие-то дополнительные вводные. Если здание с лабиринтом, оно может специальными средствами задымляться, там должен будет обнаружить раненый, там его эвакуация преодолевается в средствах защиты дыхания. Вот, эвакуируют раненого, оказывают ему помощь, проходят дальше. Полоса может быть преодолеваться с имитацией стрельбы. Рязанские бойцы заняли первое место на соревнованиях в Центральном федеральном округе. Теперь их задача – отстоять честь города на всероссийских. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».